Что вы делаете? Есть разговор. О чем? Выпустите меня. О Супермене. И Криптоните. Ты нас подслушивал? Давно ты за нами следишь? Знаешь, кто следит за людьми, Касс? Шпионы? Да подождите. Я не понимаю, о чем вы. А этот демонский притон? Почему здесь все блистает небесной чистотой? И как Роули удалось подсунуть тебе левые кости? Это трудно понять. Трудно объяснить. Выпустите меня, и я все вам... Посмотри на меня, Касс. И скажи честно, что происходит. Скажи, глядя мне в глаза, что ты не спутался с Кроули. Ах ты, сукин сын. Дай объяснить. Ты с ним заодно? Вы с Кроули на пару искали чистилище? И ты врал. Все это время. Я хотел защитить тебя, всех вас. Как защитить? Открыв дверь в Монстрендию? Он прав, Касс. Маленькая щелочка, и просочилась Ева. А ты хочешь распахнуть дверь? Мне нужны души, чтобы одолеть Рафаэля. Прошу вас, поверьте мне. Поверить? Как мы теперь тебе можем верить? Это же я. Я ваш друг. Сэм. Это я избавил тебя от вечных мук. Что? Ну, без обид, но хреновенько у тебя это получилось. Стой. Так ты вернул меня без души нарочно? Сэм, ты что? Я не знаю, чего от тебя ожидать. Послушайте. Рафаэль убьет всех нас, а мир превратит в кладбище. У меня не было выбора. Нет, был, но ты сделал неправильный выбор. Ты не понимаешь. Все слишком сложно. Нет, все проще некуда, и ты это знаешь. Ты ничего нам не рассказал только потому, что знал, ты не прав. Если мы вляпались в дерьмо, мы его разгребаем. Так у нас повелось. Мы не прёмся заключать очередную сделку с дьяволом! Тебя послушать, все так просто. Где ты был, когда я нуждался в тебе? Я был рядом. А где был ты? Надо было прийти к нам, Касс. Возможно. Но уже слишком поздно. Назад пути нет. Уже нет. Никогда не поздно. Проклятие, Касс! Мы все исправим! Дин, ничего не изменить. Бегите. Я кому говорю? Бегите!